жало злобы. Прими эту жертву, дабы твоя упала. Хёга готовит мерзкую трапезу своему мерзкому хозяину. Смерть умерит глад. Туман. Лица бы с пути. Ищешь, что купить? Что ж, давай. Простой обед не утолит мой голод. Уйди с дороги, или познаешь мой гнев. Спешишь к сыну? Он такой сладкий. Скорее бы высосать соки из его костей. Thank you.
путь вперед открыт.
Тише. Значит, тайный чашник, что оставляет всюду странные напитки. Чего он желает, добра или худо? А, рад видеть кого-то из гостей, вкусивших мои дары. Сюда мало кто добирается. Гостей или жертв? Это одно и то же. Хель важнее результат. А мне интереснее сами испытания. Я велел расставить образцы по всему Нифльхейму, но не стеречь, дабы гости могли вкусить их без стеснения и по своей воле. Но как оценить выбор гостей, если напитки без присмотра? Сам выбор укажет, какой напиток оказался привлекательней. А причину смерти без труда можно определить на глаз. Причину смерти? Если цель убить, есть средство понадежней. Причину и следствие, я хотел сказать. Неважно, я буду рад понаблюдать сам. Угощайся. Что же мне выбрать? Желчь бури, жжет как огнем. Ищешь что купить? Что ж, давай приступим к делу.
Я здесь гость. Конечно, иначе тебя бы здесь не было. Ну, где твои дары? Боюсь, их нет. Я не из богатых. Раз ты тут впервые, я сделаю исключение. Обычно гости преподносят нам редкости, добытые в странствиях. И ты их собираешь? Я их продаю. Хель не любит лишний хлам, а я получаю награду за свои труды. Хочешь купить что-нибудь? Почту за честь взглянуть на товары. Чести тебе не занимать, Кави. Где Бальдер? Да и упрямство тоже. Лучше скажи, нравится тебе мой дом? Каким ли он был в твоих воспоминаниях? Странно. Я ничего о нем не помню. Но по какой-то причине он кажется мне знакомым. Это не имеет значения. Где мой сын? Где Бальдер? Он мертв, и ты его не вернешь. Когда ты, наконец, примешь правду? Когда услышу ее из уст самого Бальдра. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. И ему ты тоже не поверишь. Верни мне сына, или прими бой. К бою я и готовилась. Thank you.
пойду. Ты знаешь, кто из нас сильнее. Верни мне сына. Что ж, этот замысел был обречен. Нельзя отнять у человека память, не разрушив и то, и другое. Так ты лишила меня памяти. Зачем? Зачем так стараться, чтобы помутить разум, ослабить волю? О, похоже, что-то все-таки получилось. Ты даже не помнишь, что это была идея Бальдра. Бальдр не принес бы меня в жертву. Принес бы ради великой цели. Он все придумал, предоставив мне исполнить его замысел. Я только не стала тебя убивать. Но зачем ты помогла ему? В чем твоя выгода? Когда вокруг смерть начинает тянуть к свету, неужто в это так трудно поверить? Пусть он скажет мне все это сам. Это... можно устроить. Бальдр. Здравствуй, отец. Как тебе мое убежище? Скромное, но до конца света простоит. Я не хочу верить в то, что рассказала мне Хель. Она не лжет. Если я хочу исполнить свой долг, враги должны думать, что я мертв. Они не должны узнать правду. И от тебя тоже. О ком ты говоришь? Я сотру их в порошок. Это не твоя война. Она продолжится и после твоей гибели. Так ты хотел... забрать мои воспоминания? Но раз ничего не вышло... Мунин останется здесь. Твои воспоминания не исчезнут. Я их сберегу. Взамен я дам тебе Сюн. Она поможет тебе идти вперед.
Мне столько нужно тебе сказать. Мы не ценим время, что у нас есть, пока не остаемся ни с чем. Но мы уже прощались. Просто ты об этом не знаешь. Бальдер, ты мой лучший дар девяти мирам. Вот почему я хочу тебя вернуть. Без тебя в них нет равновесия. Отец, твоя любовь со мной. Память о ней греет сердце. Но твой мир поглотит тьма, а я должен нести свет в новый век. Так вырви любовь к тебе из моего сердца, чтобы ни следа не осталось. Иначе не смогу я жить дальше. Таково твое грех. Прощай, отец. Делал тебя в этот раз дохлый тролль. Отец, в чем дело? Что случилось? Ты знаешь, где Бальдер? Бальдер? Да, его нужно спасти. Ты пришел, чтобы помочь нам, мой сын? Нет! Я не хотел! Дело не в Бальдре. Я вижу это ясно, как никогда. Она что-то замышляет. Я должен кое-что тебе сказать, отец. Кое-что напомнить. И слышать не хочу. Ничто не должно отвлекать меня от цели. Нет. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Представь, ты схватил мирового змея и вот-вот свернешь ему шею. Что заставит тебя ослабить хватку? Ничто. Даже сама смерть. Так, ты пойдешь туда снова? Да, столько раз, сколько нужно. Хочешь получить услугу? Возможно. Что ты предлагаешь?
Хочешь получить услугу? Возможно. Кого тебе пришлось, Ухель? Гарм тоже с тобой бился? Он и вправду лучший из псов. Узы между ним и Хель крепче, чем между мной и Муниным. Гарм достойный враг. Хель дала ему жизнь, а он ей вечную предан. Где? Где же он? Куда он пропал? Спокойно, Эйвор. Ты дома, в Рейвенсторпе. Это же просто сон, да? Сон об отцах и сыновьях. И дочерях. Возможно, все не так просто. Твоя семья не первая и не последняя из разлученных смертью. Да, эта история стара как мир. Хочешь увидеть, что я создал, слушая тебя? Покажи.
У тебя... Один из... Что, приду? Да? Мне... До встречи! Трудный день. Дай взгляну на... Если хочешь, могу отдать тебе. Тяжело отдавать, но я горжусь этой работой. Ты грозно выглядишь. Мне пора. В бою это пригодится. Увидимся, Эйвор.
Спасибо тебе. Здесь лучше не шуметь.
Здравствуй. Такого у меня мне пора.